Добрый день, дорогие друзья! Мы находимся с вами в читальном зале библиотеки Тюменского государственного института культуры. У нас есть очень интересные книги. Это наша энциклопедия, российская, Тюменской области, Югры, Ямала. Это словари, справочники. И, конечно, не можем обойтись без каких-то хороших альбомов по Тюменской области и центральному, и другим районам. В читальном зале есть, конечно, место, когда человек занимается за компьютером. В читальном зале очень симпатичные цветы. Это облагораживает, это настраивает на такой очень лирический лад. Но, тем не менее, и на учебу. Для того, чтобы учиться и студенту, и преподавателю, нужны и книги, и журналы. Вот журналы мы хотим вам показать. Небольшую такую подборку мы сделали. По каждой специальности у нас есть свои журналы. Для культурологов, для историков, для музеологов, турбизнес, менеджмент. Очень интересные журналы, вестники институтов культуры. Это московский, Санкт-Петербургского и Челябинского. Также здесь мы можем показать небольшую выставку книг, которые нам постоянно поступают от Тобольского фонда возрождения Аркадия Елфимова. Очень симпатичные подборки. Это и ремезовская летопись, и книга о путешествиях Федора Конюхова «Ангел вострубил», а также мы с вами видим новую литературу. В фонде находится различная литература. Это и учебники, и учебные пособия, и монографии, научная литература. Здесь полка со справочниками. Справочники и энциклопедии. Это и культурология, это история, это и языки. И очень симпатичный энциклопедический словарь Власова, литературоведение и так далее. На полочках мы видим с вами раздел краеведения. Очень интересная книга Акулича «Тобольская эпоха» Юрия Крыжанича. В продолжении краеведения у нас на этой стороне располагаются альбомы. Альбомы, которые говорят о Тюменской области. О Тюмень, Лангепас, все северные районы. Очень интересные красочные книги. Можно очень хорошо подготовиться к курсовой или дипломной работе, читая литературу по педагогике. Это Ушинский, это Макаренко, это наши преподаватели. Культурологическая тема. Учебники и учебные пособия, научные по культурологии. Совершенно отдельный стеллаж у нас посвящен теме войны. Когда мы ставим выставки, у нас подборка очень интересных альбомов и книг на военную тематику. Книги по истории. Книги по истории, начиная с древней истории, средние века, новое, новейшее и так далее. Русская история, история России, это Карамзин, это Соловьев, это Ключевский. Очень интересная подборка книги о Иване Грозном, его эпоха. Книги о Петре Первом, его эпоха. Книги о декабристах, советский период и так далее. То есть на каждый... Подборка для написания курсовой работы очень хорошая. Далее у нас идет русская культура. Книги о русском быте, календарные праздники, история Европы, история США, история Востока. Очень интересная книга «Сакура Иду». Интересная книга о Китае. Наши преподаватели тоже пишут, Валентина Ивановна, по археологии.
Гордиенко. Это наши преподаватели. Книги по менеджменту. Всевозможные книги. Менеджмент, логистика, маркетинг. Книги по туризму. У нас есть такая специальность, и поэтому ребята с удовольствием берут книги по туризму. Философия. Полочки по философии. Георг Вильгельм Фридрих Гегель о диалектике поведал. Есть очень интересные авторы. Это и Дидро, это и Аристотель, это и русские. Платонов, Розанов. И, конечно, наш классик Тюменской области Федор Андреевич Селиванов. Кроме книг по философии, конечно, полочка по этике, полочки по эстетике. Психология. Очень интересная и достаточно много книг. Приглашаем посмотреть, поизучать, почитать наши книги и журналы. Хорошо подготовиться к курсовым и дипломным работам.